Всем привет, меня зовут Дима Ермузевич, и это мое новое видео. Сегодняшнее видео о фотосессии я расскажу вам о том, как мы с моей подругой Юлей Годуновой сделали новогоднюю съемку. Покажу сам процесс фотосессии, конечно же, и расскажу вам об одном очень классном приеме, с помощью которого можно сделать атмосферные такие винтажные фотографии. Начну с того, что до этой фотосессии я не фотографировал несколько месяцев, и мне так было боязно, потому что я думаю, господи, как держать камеру в руках, что я буду делать? Я, конечно, шучу, преувеличиваю, просто всегда такой длительный период, он сказывается, и когда ты уже становишься на съемке, немножко привыкаешь заново ко всему, потому что фотографии для роста лучше всего это делать часто. Так развивается фотографический мозг, ваш взгляд, и вы начинаете хорошо креативно мыслить. Вот такой совет. Запланировали мы с Юлей такую винтажную новогоднюю фотосессию, подыскали подходящие референсы перед съемкой и, собственно, приступили к воплощению. Юля, моя модель, на этой фотосессии выглядела просто потрясающе, у нее были очень классные образы, здорово стилист и визажист поработали, ну и мы, конечно, и получили хороший результат. Уже говорил, что немаловажно при возможности работать с хорошей командой, где каждый отвечает за какую-либо составляющую съемки. Визажист за макияж, стилист за одежду и так далее. Так что если вы растете в этом направлении профессионально, набирайте свою команду. Эту съемку я сделал с естественным постоянным освещением, хотя обычно использую импульсный свет, но здесь хотелось какой-то такой теплой атмосферы, очень натуральной, некоммерческой такой, да, когда свет заполняет полностью все и так выглаживает картинку. И мне повезло, что в студии был свет-пушка, который как бы точечно бил и создавал такую виньетку на фотографии. Это еще больше усилило вот эту винтажную концепцию. И фон достаточно интересный, он глянцевый, такой даже латексный, и хорошо отражал свет. А мне это было очень нужно и интересно в этой фотосессии, потому что должно было быть на фотографии много разных вещей, которые отражают свет. Для того, чтобы в будущем эти вещи блестели при помощи того самого эффекта, про который я вам расскажу, что-то я сам запутался. Короче, мне хотелось добиться эффекта свечения, такого soft light, и чтобы все блестки какие-то стразы на фотографии светились. Я даже заранее перед съемкой нашел кое-какие текстуры с такими светяшками, но, как оказалось, благодаря тому приему, который я использовал на объективе, свет преломлялся и без каких-либо дополнительных эффектов на постпродакшене давал такое свечение. Так как же это сделать? Спросите вы меня. Первый способ, который я использовал ранее, еще год назад где-то мы с Юлей делали съемку, где мне тоже хотелось сделать такой эффект размытый. И тогда я ставил на свой объектив линзу такую дополнительную и ее смазывал вазелином. Да, вы не ослышались. Был классный эффект, но, по-моему, достаточно плотный. Хотелось как-то влиять на его плотность, но не было возможности, потому что ты мазнул вазелином, и как бы его либо уже отмывать полностью, либо, ну, короче, как-то так. В этот раз я решил воспользоваться скотчем и наклеить его на объектив. Смотря на картинку, я менял расположение скотча на объективе, смотря с какой где стороны он что размывает. Ну и, получается, мог сам управлять этим эффектом. Смотрелось это очень красиво, особенно на каких-то блескучих объектах, которые отражали свет. Они так подсвечивались, и вообще, если заклеить весь объектив, то получится эффект такой старой пленочной камеры. Короче, поэкспериментируйте, попробуйте, очень клевая штука. И вот какой первый образ у нас получился. Кстати, как еще одна идея, вы можете поиграть со светом, сделать его контровым, то есть поставить за моделью, как я это сделал на этом видео. По-моему, выглядит очень интересно, не банально и может разбавить фотосессию. Переходим ко второму луку. Я оставил тот же фон белый, но добавил к нему второй источник света, на котором висел такой теплый фильтр. Из-за этого создавался еще более оранжевый эффект на фотографии. И мы добавили реквизит, подарки, чтобы создать такое праздничное настроение.
Well, I've got a love that moves my soul. He sure knows how to rock and roll. He's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Для следующего образа я поменял фон, на этот раз попросил повесить красный, опять же такой латексный блескучий фон. Тоже как-то в нашей фотосессии он заиграл празднично, напоминал какую-то кулису театральную и тоже придал свой стиль. Юлю переодели в полностью блестящее платье, которое опять же очень классно отражало свет, все эти блесточки появлялись дополнительные. И опять же вернусь к свету, мне очень нравится то, как естественно смотрится постоянный свет, выглядит очень атмосферно и стильно, по-моему. Мне кажется, что уже к этому импульсному свету я не буду возвращаться вообще на фотосессиях. Не знаю, рассказывал я или нет о своем забавном способе режиссировать фотографии, ну то есть работать с моделью, подсказывать позы. Я выхожу сам на место модели, на площадку, и у меня сразу в голове рождаются какие-то картинки, мне это делать проще так, опять же, как фотографу, потому что я все-таки вижу в объективе, как это выглядит, и потом я могу выйти и понять, что можно сделать в рамках этого кадра. Мне кажется, это у меня остались еще после колледжа какие-то театральные замашки, потому что когда режиссируешь постановку и говоришь актерам, что делать, всегда проще понять, что им делать, когда ты сам выходишь на место актера. Классный способ для творческих придумок, можете попробовать, если будете придумывать, не знаю, режиссировать что-то или выстраивать какой-то кадр, очень удобно. Для третьего образа у нас был дополнительный лук, мы Юлю переодели и сделали еще несколько кадров, вот что получилось в итоге. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if your heart was worth you paid. Got a long list of those lovers, they'll tell you I'm insane. But I got a blank space, babe, and I write your name. На этом все, спасибо за просмотр, и я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам в наступающем году всего самого-самого крутого, очень много креативных творческих идей, и, конечно же, чтобы удача всегда была с вами. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной этот год, говорю, как президент. Но это правда, я очень рад и благодарен иметь такую аудиторию, как вы. Спасибо за то, что поддерживаете меня во всем и делите со мной победы, поражения. В следующем году я постараюсь еще чаще и больше вас радовать. Я уверен, что это будет яркий и насыщенный для нас с вами год. И не могу не сказать еще раз, пусть удача всегда будет с вами. Всем пока!